Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Обливион. Мы находимся около осадного оружия сил Обливиона. В последней серии была нехилая заварушка, но в итоге мы победили, потому что мы поп-коп. В результате у них не было особо сил, не особо появилось желание, потому что они поняли, что это сразу изначально было все бесконечно. Бесконечно, господи, бесполезно. Так, ну и что, теперь мы можем вздохнуть спокойно, потому что основная опасность на данный момент миновала. И можем заняться маленько своими более рутинными, но, на мой взгляд, даже более интересными делами, чем основной сюжетный квест. Основной сюжетный квест маленько подождет. И знаете что? Я хочу, честно говоря, прогуляться до... игра, прекрати. Прогуляться до Энвилла, потому что я там ни разу не был. Вон все идут. Отвоевались горемыки. Не так много народу наших погибло. А знаете почему? Потому что не так много народу пришло. Говорят, о, поп-коп все равно всех сделает. И пока они там сдерживали силы, пока это осадное оружие шло к этому большому порталу, мы успели. Буквально осталось 5 минут уже до выхода его, и мы спасли город. Сейчас я хочу ремонтироваться, потом я хочу поспать, поднять новый уровень. И после этого я хочу двигаться в Энвилл. На сегодня у нас план такой. В Энвилле какой-то пророк объявился. Пока что, в общем, вот такие дела. Блин, как тут все умиротворенно стало. Подожди, а там получается у нас что? Еще одно? Еще одни врата Обливиона, что ли? Не хочу. Странно. Фух, это было прикольно. Ну, вроде как, я уже слабо помню, потому что последний раз играл. Говорят, ты знаешь, как нужно двигаться в легких доспехах. И это факт. Не буду врать, я знаю. Так, кузнец. Кузнец у нас находится... Хорошо, это у нас сейчас вечереет, по-моему. Нормально пока. Целый день, по сути, шел этот бой. Будем надеяться, что кузнец еще, или, да, здесь кузнец, не кузнечика, что кузнец не ушел. Здравствуй. Приветствую спасителя Брумы. А, ты меня теперь любишь, я только что ненавидел. Я могу починить почти все. Ну, хорошо. 423. Обдирал его просто, обдирал его. Чем я могу заинтересовать тебя? Мне бы стрел серебряных, а еще лучше двемерских. У тебя нет? Эльфийские есть? Ну нет, за такие деньги, блин. Это просто тупо деньгами кидаться будешь у врага. Так, а я там ничего не брал, кстати говоря. Что-то такого, что можно было бы продать. Походу нет. Ну ладно. Еще увидимся! Я надеюсь, что да. О, обожаю Брома. Как хорошо, что здесь теперь стало более-менее спокойно. По сути, можно идти по основному квесту, подготовиться к путешествию в рай Камарана. Это отдельный план, и там мы будем искать амулет королей. Но это опять же основной квест. Давайте пока к нему отдохнем. Мы и так им занимаемся на протяжении уже, наверное, серии 10 последних, с небольшими отступлениями. Слушай, как дела? Старый Бен Лин мертв. Я слышал, это был несчастный случай. Конечно. Отдыхал в своем кресле и... Вот этот же дом, бах, да, продается. За бешеные бабки там. Пока что мы бомжуем. Но у нас есть дом, конечно, вы знаете про него. Это резиденция белых рыцарей. И, в принципе... Привет! Мне там даже нравится, но я хочу себе что-то типа дома теплых ветров, который у меня был в Скайриме. Маленький уютный домик. Это честь для меня говорить с героем битвы у Брумы. Что я могу сделать для тебя? Мне нужна постель. У меня есть комната, и очень дешево. Тебе это интересно? Да, мне это интересно. Хорошо. Вверх по лестнице, первая дверь направо. И запомни, я не говорил, что комната чистая. Я понял. Надеюсь на скорую встречу. Мне главное, чтобы койка была. Сколько воспоминаний об этом месте, на самом деле, это обалдеть. Как мы тут проводили расследование, где-то тут был Томик. Это было круто.
А, точно, вот тут как раз мы проводили расследование, поэтому мы можем сюда дойти. А вот наша комната. Как поживаешь? Отлично. Так, ладно, пусть гудят там, пока мы поспим 12 новости. Часов. До 8. А потом двинемся. Я не знаю, может пешком пройтись? Да нет, лучше. Или пройтись, и давненько не приходилось. Честно говоря, очень хочется. Это ощущение путешествия. Дорогого стоит. Скорость у меня пипец, конечно, вообще просто. Уже 100. Порой кажется, что достигнутый результат — улыбка фортуны, а не плод тяжких трудов сосредоточения, но вы уверены, что успех — ла-ла-ла. Понятно. Это сколько же я качался, это пипец, чтобы достигнуть 21 уровня. Но в итоге теперь это дает свои плоды. Реально, один на один большую часть врагов рву. Причем вкачивал именно боевые навыки, потому что, насколько я знаю, если здесь вкачаешься в социальные, то враги к этому уровню поднимутся под тебя и станут очень сильными. Так, хорошо. Давайте выходить из города. А мне положена какая-то награда вообще там у графини, допустим, я не знаю. Или я просто так это все делал. Это ты? Привет. Теперь меня тут все любят. Может, дом мне подарит? Я бы не отказался. Графиня де Монсоро, ты где? Привет! Приветствую. Ты кто? Мы все обязаны тебе жизнью. Говорят, мы могли и проиграть битву, если бы тебе не удалось уничтожить эту жуткую дейдрическую машину. Хорошо. Ну, симпатичная такая. Это удивительно. Береги играть себя в Обливиан и видеть не крайне уродливых персонажей. Потому что здесь они все такими были. Без исключения вообще. Здравствуй. Привет. Извини. Если нужна дополнительная информация, поговори с графиней Карвейн. Мужики, конечно, многие стали довольно женственными, но это лучше, чем то, что было, все равно, я заверяю. Посмотрите вот серии старые, со старым этим дизайном персонажа. Добрый день. Ужаснитесь. Выслушай меня, прежде чем примешь решение. Ты о чем вообще? Некоторые видят только конфликты между северной и южной культурами, но я верю, что переплетаясь, они и взаимообогащаются. Понятно. Если ты найдешь драконий камень для меня, я с радостью компенсирую твои расходы, наградив тебя другим акавирским артефактом. Ты в деле? Слушайте, это интересно. Драконий камень тебе нужен, да? Я знала, что ты согласишься. Хорошо. Давай я расскажу тебе о том, как можно найти камень. В мои руки попал дневник, написанный акавирским посыльным. Я подозреваю, что его текст может привести тебя к руинам. Окей. Вот перевод отрывка, который нам удалось прочесть. Он был сильно поврежден. Я также приложила набросок карты, находившейся в этом дневнике. Также я даю тебе ключ, который был найден вместе с дневником. Полагаю, он может пригодиться тебе, когда ты прибудешь на место. Хорошо, перевод дневника Акавирца добавлено. Ключ от Акавирского форта добавлено. И карта белого прохода. Понятно. Да будет безопасным твой... Давайте займемся этим делом. Давненько мы таким интересным ничем не занимались. Так, карта белого прохода. Камни. Где это, интересно? И город, да? Я не помню такую статую, честно говоря. Так, хорошо, давайте мы дневник почитаем. А, это не тот дневник. День третий. Я пишу эти строки дрожащей рукой, чувствуя тяжесть на сердце. Прошло уже несколько дней с тех пор, как я в последний раз видел на дороге наших из гарнизона Серого Хребта. Дорога пустая и, кажется, опасна. Я урезал свой рацион, чтобы сохранить достаточно провизии для трудного пути, что лежит впереди. Если армия Вемана Сиродила не нашла наш штаб в белом проходе, путешествие должно пройти спокойно. Должен признать, я нервничаю. Почетно быть избранным для доставки приказов в наш форт,
Но в том, что меня послали одного, есть определенный риск. Не столько страх смерти, сколько важность приказа давит на меня. Если они пропадут, Форти так и не узнает, что подвоз припасов отложен на месяц. Не зная этого, штаб может принять решение усилить лобовые атаки, поскольку припасы истощаются. Они-то рассчитывают, что груз прибудет скоро. Мне ни за что нельзя провалить это задание. Тяжесть сланцевого камня, на котором вырезано послание, служит мне постоянным напоминанием об ответственности, возложенной на меня. День 7. Уже прошло 2 дня, как я прибыл к скале Драконий Коготь. Вид этой огромной глыбы воодушевляет и придает сил. Гигантский камень, кажется, готов покатиться с севера и нанести удар в самое сердце армии Ремана. Или Вемана. Ремана, похоже. Как делали это наши армии большую часть прошедшего года. Пока что по пути мне никто не встретился. Надеюсь, двигаясь на запад по узкому проходу, я встречу кого-нибудь, кто сможет рассказать мне о ходе боевых действий и успехах наших сил. День 8. Продвинувшись на запад, я вскоре увидел часового, огромную статую, воздвигнутую давным-давно неведомым скульптором. Фигура стоит, повернувшись лицом к северу, как будто подзадоривает тех, кто собирается пересечь имперскую границу. Реман был бы в ярости, если бы узнал, что мы используем эту статую как ориентир, указывающий путь в его владение. Прошлой ночью я встретил еще одного нашего гонца. На него напала стая горных волков. Его нога была в очень плохом состоянии, но мне удалось исцелить рану при помощи лекарства, что было у меня с собой. Он сказал, что зовут его Силаш. Его направили из штаба Белого Прохода с требованием припасов. Я рассказал ему о своем задании. Не правда ли некая ирония была в нашей встрече? Он решил вместе со мной вернуться в форт, поскольку его миссии уже не было смысла. Мы выступили в путь после заката. 9-й день. Я пишу это, чувствую, что сила оставляет меня. Как только мы немного продвинулись на север от часового, на нас напала стая волков. Должно быть, та самая, которая раньше нападала на Силажа. После того, как его укусил один из них, ему удалось отогнать волков. Но, попробовав крови, они вернулись с большим числом. Сражаясь спиной к спине, мы с Силажем уничтожили не меньше 8 тварей. Но одна из них ухитрилась вцепиться мне в живот и оставить жуткую рану. Нам удалось отогнать их, но я, истекая кровью, а все лекарства я извел на Силаже. Мы решили продолжить путь на север, дойти до форта вслед змеи и там искать укрытие. Я попытаюсь вскоре написать еще, но сейчас мне надо поспать, я так устал. День 11. Должно быть, это моя последняя запись. Мы вошли вслед змеи примерно сутки назад, пытаясь найти укрытие от плохой погоды и волков. Мы не предвидели того, какие твари устроили себе логово в следе змеи. Мне не удалось их разглядеть как следует, но они огромные и сильные. Силаш умер мгновенно, одна из тварей отхватила ему голову. Здесь троица этих отвратительных человекоподобных созданий. Со всех ног я бросился бежать за этим по этим темным туннелям. Одна из тварей метнула валун мне вслед, он попал прямо в середину спины, удар был чудовищным. Мне удалось заползти в какую-то щель и ускользнуть от неуклюжих чудовищ, но вскоре я понял, что могу передвигаться разве что ползком. Думаю, этот валун переломил мне позвоночник. Ипона, мать. Я не чувствую ног. Рана от волчьих зубов открылась вновь, я потерял много крови. Боюсь, идти дальше не получится, я провалил задание. Мне не удалось доставить приказы в форт Белого Прохода. Я почти достиг цели, но с тем же успехом я мог бы находиться на расстоянии многих лиг. Я не могу ходить, и мои силы иссякают. Если какой-нибудь солдат или гонец найдет этот дневник, пусть он доставит приказы в форт, пока еще не поздно. И, пожалуйста, расскажите моей жене Вате. Вате? Что Зафири всегда будет любить ее. Путь. Ну, что я могу сказать? Это пока что не очень сильно проясняет, где это находится место. Предложение графини принято. Нарина Кервень сообщила мне, что в ее руки попал дневник гонца Акаверской армии, что вторгалась и родил в конце первой эры. Заметки содержат указания, которые помогут разыскать руины форта в Белом Проходе. Графиня передала мне карту, перевод дневника и ключ, который поможет открыть дверь. Так, ну это придется искать самому. Ну, я думаю, это где-то здесь находится. Вы мне не подскажете, где был найден этот дневник? Я рада, что ты решаешь отправиться на поиск.
Нанятые мной разведчики уже пытались найти руины Белого прохода, но им удалось найти лишь первый из серии ориентиров. Эти ориентиры упоминаются в дневнике. Один из них, названный там «Коготь дракона», был найден. Я помечу эту скалу на твоей карте. Ну, остальное за тобой. Мои разведчики доложили о жутком холоде и опасных существах, населивших те места. Все это вынудило их прекратить поиски. Ну, для меня это будь осторожнее и возвращайся поскорее. Удачи! Хорошо, будем искать. Камень ждет, как и вознаграждение которого. Хорошо. Да будет безопасным твой путь. Так, это получается у нас... Ну-ка, покажите. Так, хорошо, значит, двигаем сначала сюда, а там дальше уже заберемся. Окей. С возвращением, мило. Это обещает быть очень крутым заданием. Мне прям... Приветствую! Проникся этой историей. История реально была интересная, да? У меня ноги сейчас. Что же за твари там такие водятся? Я надеюсь, мы найдем там этого бедолагу. Война злодейка. И второго бедолагу, наверное, найдем. Идти, по сути, не так, чтобы далеко. Поэтому, я думаю, мы пехом пойдем. Кстати говоря, в этих местах водятся белые гиганты. Это не очень хорошо. Типа минотавров, только опаснее. Хорошо. Не думаю, что это будет очень просто найти. Но я думаю, мы постараемся. Посмотри на эту дуру просто. Я все больше и больше влюбляюсь в этот мир. Я очень круто все сделал. Для тех лет. Даже сейчас неплохо все это смотрится. Так, хорошо, давайте осмотримся. Что это такое? А, это просто понятно. Стрела. Потеряли стрелу, короче. Офигенно. Так, хорошо. Ну вот мы и пришли, по сути, к этой скале. Сейчас надо будет дальше искать ориентиры, более тщательно вчитываться. Хорошо. Ненавижу этих мелких тварей. Так, ладненько. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. От скалы мы идем на запад, судя по всему. От запада на север, да? Так, ну хорошо. Блин, а мы же были как раз на западе, нет? Нет? Сейчас мы двинемся куда-то вот сюда. Заодно посмотрим, что это за пещера там. Если я правильно понял карту, конечно. Если тут ориентиры основываются на том, что там запад, восток и тому подобное. Что-то мне на самом деле подсказывает. А, вот, смотри. Тролли. Так, хорошо. И от тебя. Я у второго ориентира, часового. Теперь мне нужно еще раз свериться с дневником гонца, чтобы найти третий ориентир. Так, ну сейчас нам на север, по-моему, надо двигать.
по дороге причем. Так, хорошо. Вот так, и вот так, как раз в скалах будет. Блин, опять не тот дневник. В любом проходе, должен признать. Так, 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 хорошо. Груз прибудет скоро. Прибыл к скале Драконий Коготь. Угу. На запад вскоре увидел часового. Фигура стоит, повернувшись лицом к северу. Так, прошлой ночью. Так, так, так. Ага. Продвинулись на север от часового, на нас напало стаю. Ну, короче, на север надо идти. И эту пещеру мы уже видели на радаре. Да, похоже, она и есть. Похоже, и были эти создания. Так, ну хорошо, найти было на самом деле очень просто. Я думаю, будет гораздо сложнее. Интересно, девки пляшут. Я надеюсь, мы найдем нашего кавирского странника. Какая пакость. Фу, блин, круто. Какая-то тайна, загадка. Я у третьего ориентира, следа змеи. Похоже, это какой-то подземный ход. Если я хочу добраться до развалин, мне придется... А, еще же тут пройти. Я-то думал... Мы уже на месте. Кто же тут еще обитает? Вроде тихо. Так, нам, скорее всего, сюда. А что у нас тут? Блин, тут тоже проход есть. Давайте по этому пойдем. Ау! О, начинается в колхозе утро. Как обычно. Ну, в этот раз что-то прям как-то неплохо так получилось, неплохо. Кстати, лечилки не сказал бы, что очень много, поэтому только этим используются. Надо было купить, но я забыл. Темновато. Мне удалось найти останки гонца, написавшего этот дневник. Хотя он умер более 1000 лет назад. Кости хорошо сохранились в этих холодных пещерах. В своей костлявой руке он сжимает какой-то предмет. Мне нужно осмотреть его повнимательнее. Так, вот и ты лежишь, да? Рядом с телом гонца находится каменная табличка с надписью на акавирском языке. Наверное, это и есть те приказы, о которых он писал в своем дневнике. Так, ну что, я же по-акавирски читать-то не умею. Да ладно, покойся с миром. Так, хорошо. Я явно не смогу прочитать, да? Ключ от акавирского... А, вот он, необычный какой, смотри. Можете использовать. Окей.
Мы здесь не одни. Что это за твари тут обитают? Ах, это вы. Это не страшно. С этим мы дело уже имели. Все, спокойно. Да, блин, вот это вот смещение постоянно в сторону, это, конечно, не очень хорошо. И после этого я как бы ритм теряю. Кольцо теней, хамелеон 25% на себя. Неплохо, это мне очень пригодится. Пустой камень душ, это не очень хорошо. Надо будет где-то достать нормальный камень душ, потому что, ну, поняли. Прикольно, да? Мне стелсер это просто манна небесная. Это пока что лучшее кольцо из тех, что я находил в игре. Это как-то даже слишком легко становится. Ну, оно определенно того стоило. Офигеть просто. А, хорошо. Все, давайте двигать дальше. Я не знаю, что мне делать с этими табличками. Может, мне нужно вернуться в Бруму и попросить их перевести кого-нибудь. Он меня не видит вообще. Это офигеть. То есть даже когда я не в скрытности, я стал невидимым, что ли? Окей. А может это кольцо ограниченный промежуток времени действует? Постоянный эффект? Интересно, девки пляшут. Нелегальный ли это чит? Я вот даже не знаю. Да, блин, там эти все. Так, слишком поздно. Ну что ж ты? Ах. И там окажется сейчас 5 платиновых монеток, это будет просто победа. Да, блин, прикати, пожалуйста. Слишком чувствительная мышь, как правило, не очень хорошо. В принципе, да нет, я ее за копейки продам, я не буду эти перчатки брать. Так, ну что я могу сказать? Я невидимый. Круто. А тут был выход только недавно, да? Ну, эти своды уже 1000 лет тут стоят, так что ничего удивительного, что это все падает. Хорошо.
Хорошо, будем искать другой проход. Блин, я тут пропаду, я такими темпами просто заблужусь здесь. Ок. Так, окей. Даже когда меня не видит, вернее, видит враги, я все равно прозрачный. Так, ну, мне, в принципе, все нравится, все меня устраивает, потому что теперь по невидимости я вообще вне конкуренции. Но, с другой стороны, не нужно ли будет чуть-чуть повысить сложность, потому что это же очень легко становится. А хотя буду с ванильной сложностью, не пофигу. Раньше игра была зла ко мне, теперь я буду зол к ней. След змеи остался позади, и я нахожусь на легендарном белом проходе. Тропа ведет вниз, в заснеженную долину. Если я пойду по ней, она приведет меня прямо к руине. Отлично. Какое-то довольно интересное, я так понимаю, место. Ну что, давайте на этом прекратим. Я, честно говоря, просто офигею от этого кольца. Теперь я выгляжу вот так. Давайте его поставим на быстрый слот, чтобы надевать его только в случае какой-либо опасности или чего-то подобного. Так, пусть на пятерочке стоит. Вот так вот сняли. И в общественных местах можно ходить как нормальный человек. То есть кольцо как у Фродо будет такое. На мой взгляд, довольно круто, что мы его получили, потому что мне реально нравятся всегда вот такие эффекты, типа хищника, такого нравилось. Но при этом я не понимаю, как теперь враги меня будут вообще убивать, потому что они меня тупо не видят. Потому что у меня и так скрытность очень круто прокачана, а теперь я еще и невидимый. Ну, ладно, посмотрим, что. Как бы там ни было, меня сейчас больше интересует сюжетная составляющая этого квеста, потому что пока что это был один из самых интересных квестов. Тут есть именно какая-то тайна, какая-то крутая история и очень много интересных деталей. Типа даже, допустим, вот этой вот каменной таблички, которую совершенно не обязательно было делать, но которая, тем не менее, есть и придает всей истории еще больше глубины и реализма. Так что увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.